Oggi dobbiamo fare un tour per Сегодня мы отправляемся в тур по Приднестровью, в страну, которой нет. У нас есть билеты, сейчас мы поедем на автобусе. Можешь показать автобус? Как он называется? Микроавтобус, но многие называют его по-русски – маршрутка. Меня зовут Данила. Мой никнейм – Данилота Тревелер. У меня есть небольшой YouTube-канал о путешествиях и изучении языков. Меня это увлекло еще в детстве. Мне нравилось смотреть на карту мира, нравилось изучать разные страны, географию, озера и реки. Особенно мне были интересны Черное море и Каспийское, далекие места. У меня в детстве не было возможности путешествовать, потому что моя семья не была этим увлечена. Но моей мечтой стало кругосветное путешествие. Позже занялся изучением медицины и стал доктором. Наверное, я счастливчик. У меня есть время и деньги, чтобы много путешествовать и делать то, что я хочу. У вас такого нету, да? Она спрашивает, есть ли у вас такое в Италии? Нет. Богато живут. Она говорит, что богато живете. Мы тоже живем богато, просто от нечего делать. Мы дома не хотим. Вот мы выходим сюда. Говорит, что они тоже богаты, просто дома делать нечего. Окей. Дома же скучно. Дома скучно. Да, дома скучно, представляю. I imagine. Спасибо. Why Moldova? Because the states I prefer to visit are the states. Почему Молдова? Мне интересны страны бывшего Советского Союза. Одна из причин может вам покажется странной. В моем атласе мира был отдельный список стран. Это были бывшие советские республики. Special list of countries. They were former Union republics. So I was a small child. I was like 7 years. Я был маленький, мне было около 7 лет, и я спрашивал, почему они в отдельном списке. Позже я начал читать об истории Советского Союза. И мне показалась интересная социалистическая, коммунистическая система. Это столовая. Пить что-то хочешь? Компот — это такой традиционный напиток. Очень люблю сметану. Салата red beet. Очень спасибо. Questo è il pranzo che potete trovare in un fast food della Transnistria. Так можно пообедать в одной из закусочных в Приднестровье. Прежде всего, это борщ. Типичное первое блюдо для бывших советских стран со свеклой и другими овощами. Я выбрал Приднестровье, потому что это одно из самых странных мест в Европе, которое можно увидеть. Я узнал о Приднестровье несколько лет назад из документального фильма, который показывали по национальному итальянскому телевидению. Там Приднестровье было показано как необычное место. По сути, в фильме его называли, не знаю, могу ли я это говорить, мафиозным государством. Это было по телеканалу Раюно. Это первый канал в Италии. Там говорилось, что все деньги регион получает от продажи оружия и других подобных дел. Я начал интересоваться, так ли это. Это и стало первой причиной. Whether that was true or not, that's the main reason actually. The second reason is that I collect foreign banknotes. И еще я собираю монеты и банкноты других стран, и мне показалось очень интересным, что у непризнанного государства есть своя валюта. Сейчас мы на троллейбусе из этого города. Скажите, пожалуйста, еще раз, как называются бендеры? Бендер. Из Бендер поедем в Тирасполь, столицу Приднестровья. Турист из Италии. Вы откуда приехали? Я из Кишинева, он из Италии. Италия, Больцано. Это на севере, недалеко от Австрии. Я была в Болонье. Окей. Это недалеко, километров 200, наверное. До 200 километров, да. А что ты делаешь?
Я снимаю фильмы о своих поездках. Сейчас я езжу по Молдове и Приднестровью и снимаю несколько видео об этом путешествии. Да, despre călătorie, да. Приезжают американцы, англичане, немцы. Недавно была девушка из Индонезии. В принципе, больше европейцев. Приднестровьем очень интересуются. Им кажется это интересным регионом. В интернете они читали, что-то смотрели, считают, что это прежде всего небезопасные зоны, и где очевидно советское прошлое. Многим интересно, что в регионе есть своя валюта и свои паспорта, которые больше нигде не действуют. Если с иностранцами вдруг что-то случится, они не смогут связаться с посольством, то есть если их задержат или они потеряют паспорт, им некуда будет обратиться за помощью. Это единственная опасность там для туристов. В остальном зона довольно безопасная. Это река Днестр, от нее и название региона – Приднестровье. На Ютубе я видел много видео о Приднестровье. Во многих из них регион представлен как опасная зона. Я думал, что это может быть что-то типа социалистической республики. В отношении Приднестровья существует множество информационных пробелов. Это действительно так. Побывав здесь, у меня сложилось совсем иное впечатление. Конечно, я не живу здесь и не знаю наверняка, как обстоят дела, но то, что заметно снаружи, совсем не то, что я видел в роликах в интернете. Большинство их авторов сосредоточилось на коммунистических символах и только. Это местная версия васаби, называется хрен. Сейчас я его попробую ради вас. Он очень хорош. Крепкий. И будет уместен с рыбой, правда? Я куплю себе. Раз, два, три. Спасибо. Пожалуйста. Не забудь. До свидания. До свидания. Of course, there are a lot of curious things. Конечно, много забавных моментов. Коммунистические символы повсюду, памятники Ленину или Сталину. Это странно. Такого не увидишь в бывших советских республиках. Actually, something strange you don't find in other former Soviet states. I haven't been in Belarusia. Я не был в Беларуси, но, например, в Азербайджане или в Грузии такого не найти. Все разрушено или скрыто. Но в целом обычное место. Есть рынок, есть вокзал. Специфично. Присутствие множества военных, солдат повсюду. Обычно все пишут о приднестровских полицейских, о том, что их стоит опасаться, что они якобы требуют денег у иностранных туристов, но у меня никто денег не просил. Боевые действия прекратились примерно через 3 месяца, погибло много людей, и ситуация была довольно понятной. Не могла маленькая страна сражаться с Россией. Стороны достигли соглашения о прекращении огня, до сих пор конфликт называют замороженным. During this travel, we hired a guide. I also like to travel by myself, talking to the people in the regional language. Для этой поездки я нанял гида, но мне больше нравится путешествовать самостоятельно, говорить с людьми на их языке. К сожалению, я не знаю русского, не могу объяснить даже самые простые вещи. Мне хотелось бы вернуться, когда год-два поучу русский, чтобы поговорить с местными жителями, чтобы лучше понять ситуацию, в которой они оказались. Как у туриста, сопровождаемого гидом, у меня все же сложилось поверхностное впечатление о Приднестровье. Transnistria.
Для меня Приднестровье – это часть Молдовы, как и вся другая страна. Ни в коем случае не воспринимаю этот регион отдельно. Я рассказываю туристам немного историю, как живут здесь изо дня в день люди. Никакого пафоса и сказок, все настоящее. Да они и сами все видят. Не думаю, что с политической точки зрения этот туризм как-то помогает или влияет на отношения. С экономической точки зрения, может, это выгодно местным, да и Молдове хоть немного рекламы. Люди хотят приехать и увидеть, что и как здесь. Многие ничего не знают о Молдове, большинство из них интересуются Приднестровьем, и когда уже приезжают в Приднестровье, узнают и остальную Молдову.